Совершаемые подвиги во время Великой Отечественной войны были столь разнообразными, что появилась потребность в новых наградах. Вместе с орденом «Победа» был учрежден Орден Славы. Этот знак выдавали за личный подвиг тому, кто первым ворвался в расположение противника, спас знамя своей части или захватил вражеское, спас в сражении командира или сбил фашистский самолет, кто уничтожил не менее 50 вражеских солдат. Первоначально орден хотели назвать в честь Петра Багратиона, человека легендарной храбрости, любимого солдатами. Но Сталин предложил изменить название на Орден Славы, так как без славы не бывает победы. За отличие в годы войны было выдано свыше 1 000 000 знаков Ордена Славы.